Всем привет! Сегодня 20 июля, Московская область. Буду собирать чеснок. Внешне он уже готов к уборке. Интенсивно начинает подсыхать. У меня две грядки 6-метровых. Ширина их 60 сантиметров. Сорт называется Гулливер. Высаживала его осенью, мульчировала листовой землей. Каждый день у нас идут дожди. Сегодня до 2 часов дождя нет, ветрено и облачно, а после 2 дождь. Поэтому я сейчас быстро буду собирать, промывать его водой и раскладывать на открытую веранду, чтобы сушился. Смотрите, он уже готов полностью. Влажная земля, конечно. Если дальше его держать, он будет распадаться на зубцы. Это, конечно, плохо для дальнейшего хранения. Сейчас соберу и вам покажу, какой урожай получился в этом году. Так, а у нас идет помывка чеснока. 6 рук. Это белый уже помытый, это грязный. Вот так получается. Чистенький. Сейчас промоем и все на веранду сложим на просушку. Моем в простой воде. А это последняя вода. Здесь я буду напоследок промывать. Здесь растворен фитоспорин. Вот маточный раствор я сделала. Здесь просто ополаскивать и уже как контрольное мытье. Я так делаю каждый год, поэтому добавляю фитоспорин. Последний. Вот и все. Это весь урожай чеснока в этом году. Мы его помыли. Чеснок в этом году хороший, чистый, без заболеваний. Головки крупные, есть и среднего размера. Смотрите, какие зубцы большие. Вот. Отличный чеснок. Это основной урожай. Я высаживала из зубцов. А здесь я высаживала однозубки. Это для обновления семенного материала. Посмотрите. То есть сначала я вырастила из бульбочки однозубку. Потом я эту однозубку выкопала, посадила ее опять осенью и получила вот 3 зубки, 2 зубки, вот зубка крупная, видите какие, вот, тоже хороший, чистый весь, без заболеваний. Ну, чеснок в этом году отличный. Он у меня здесь на веранде расположен, на открытой. Сейчас ветром просушит хорошо. Он в тени. Та часть еще солнышко, но ничего, оно сейчас зайдет, и все будет хорошо. Я не обрезаю стебель, конечно, сразу. Он полностью высохнет. Потом я обрежу, оставлю пенек примерно вот 5 сантиметров. Обрежу бороду, оставлю примерно 1 сантиметр. И уже буду убирать на хранение. Сушится чеснок около 2-3 недель, но я буду уже по состоянию смотреть. Это сорт Гулливер, хранится отлично. До следующего урожая он у меня до сих пор еще есть с прошлого года. Хороший чеснок. Здесь главное его просушить хорошо, чтобы он хранился. Так что, кто захочет этот сорт Гулливер, я могу продать. Потому что чеснока много. Мне, конечно, этого будет через глаза. Вот. У меня на сегодня все. Я вам хочу пожелать всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь и заходите также на телеграм-канал. Там тоже довольно-таки интересно. Там я снимаю небольшие короткие видео, которые не выкладываю на YouTube. Присоединяйтесь в мою группу. Я ссылку оставлю в информации под этим видео. Заходите, подписывайтесь. Всем пока!